Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». И прямо сейчас я поделюсь с вами идеями для ваших насыщенных и интересных выходных. Не переключайтесь. Лучший отдых после напряженной рабочей недели – это, конечно же, провести время в кругу родных и близких. Детская картинная галерея предлагает свою идею для отдыха всей семьей. В воскресенье 19 февраля пройдет семейный квиз «Загадки о загадках». Вас ждет увлекательная и познавательная викторина, из которой вы обязательно узнаете что-то новое и проведете время тепло и с пользой. Начало в 13:00. В субботу, 18 февраля, на сцене театра «Самарская площадь. История о любви». Сюжет разворачивается в доме богатого коммерсанта Доминика Сориано. Вероломный поступок Филумены, женщины, с которой он прожил 25 лет, которой он доверял и которая стала привычной деталью его богатого интерьера, не поддается пониманию. Но не все так просто. Спектакль «Филумена Мартурана» – это гимн женщине, сильной, любящей. Спектакль о преданности и любви, о том, что семья для женщины – самое дорогое на свете. В рамках выставки «Фотограни», работающей в историческом парке «Россия. Моя история», продолжается марафон мастер-классов для фотографов. На этой неделе пройдет семинар «Стоп-кадр» или «Кинематографический стиль фотографии». Профессиональный фотограф расскажет о том, какие композиционные приемы можно повзаимствовать из фильмов, а также про кинематографический цвет, законы драматургии, символы и поможет найти свое вдохновение в работах Андрея Тарковского, Ингмара Бергмана, Стивена Спилберга и других известных режиссеров. 18 февраля в 15:00. В преддверии Дня защитника Отечества в библиотеке имени Надежды Крупской состоится литературно-музыкальная программа «Муза в солдатской шинели». Музыка сопровождает нас во все времена, и порой именно она помогает нам в сложные моменты. Во время Великой Отечественной войны песни поднимали боевой дух и укрепляли веру в победу. 19 февраля, 12:00. Вы услышите музыкальные композиции на гитаре, домре, скрипке, баяне, а также песни, стихи и слова благодарности. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.